Японская кухня славится не только своими мясными и рыбными блюдами, но еще и обалденными десертами. Именно поэтому сегодня мы приготовим ролл, но не обычный, а сладкий. Сладкий ролл, но сладкий ролл необычный. Во-первых, в нем не будет риса, во-вторых, в нем не будет блинчиков, как все, наверное, привыкли, а будет шоколад. Фрукты берем. Банан, клубника и режем. Ароматные, красивые. Как режем? Показывай. Режем произвольно, то есть мы отделяем плодоножку, она нам не понадобится. Ну и можно на 6 частей это сделать. У нас есть крем. Какой это крем, мы не будем всем рассказывать, но на альтернативу можно предложить обычные взбитые сливки, деревенскую сметану, можно сливки с шоколадом, все что угодно, как вы любите. Крем нам больше не понадобится. Фрукты. Выкладываем фрукты прямо на крем. Сколько угодно. Ну и банан, я думаю, так как у нас клубники так довольно-таки много, по одному пластику, да, положим. Шоколад должен, ну, немножко подтаять. Вот, мы аккуратненько, придерживая наши фрукты, которых очень много. Грецкий орех у нас полезен, поэтому можем не стесняться. Сыпать его и сыпать. И снова прижимаем. И да? Снова прижимаем, да. Ну, теперь берем ролл. И вот, на самом деле, шоколад должен подтаять, чтобы у нас весь грецкий орех прилип к нашему роллу. А сейчас будет самая ювелирная работа. Ром, она порежет ролл. Половина я, половина ты. Чтоб по-честному. Нет? Ну ладно, давай почистим. Резать лучше ножом, смоченным в теплой воде. Чтобы ничего не прилипало. Режем на 6 частей, польем это все, опять же, нашими фирменными соусами. Секретными, да? Да, да, да. Заменить такой соус можно сгущенкой. Можно сгущенкой, можно, опять же, взбитыми сливками. Получилось очень вкусное, сытное, десерт все-таки. Ну и записывайте рецепт.